Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Итак, сейчас мы летим в Корею. Но сначала в Москву. С пересадкой. Ну, короче, где-то через сутки будем в Корее. Поднимешь мой чемодан, пожалуйста? Конечно. Насколько она меня любит? Давай спроси, что я в нем вожу. Спасибо. Позже, чем должны были, но, слава богу, пересадка была 2 с чем-то часа, и мы все успели. Вылетели мы, прилетели в Корею. Багаж нас не успел. Мы сейчас без багажа. Вся Беларусь, спортивная гимнастика, художественная, все без багажа. Сейчас мы уже в другом аэропорту в Корее. Опоздали на наш 3-й рейс в Чжэньчжу. И теперь полетим через час. Выскажи. Я за бельклазурная брань. Что сказать? Книжный червь. Первые, конечно. Спасибо большое. Ну,
это, конечно, не очень похоже для ЗАО и для нас. Мне Миленка Болдасари выделила свой запасной обруч. Если бы не она, я бы не знаю, с чем я была. Спасибо большое. Спасибо. 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 Now everybody, happy birthday to you! Happy birthday to you! Теперь, пожалуйста, пишите, что у Гуси есть. Я Сашу звала, он категорически не ушел. Выковыривай. Она не старая. Я передумала. Там проходит урок еды палочками. Можно будет переодеться. Я сегодня хотел отсюда покупать новые вещи. Кого мы видим? Спасибо. Ура! Там приехали наши чемоданы и сразу стало такой ворот в комнате. Руками. Тестируем спрей. Да нет, у него фиксация попы идет. Рано, давай еще раз. Да у тебя и так штаны мокрые. Тихо. Нет. Помыли зеркало. Я забыла представить. Это Саша Воробьева, спортивная гимнастика. Это новое лицо в наших влогах. Всем привет. Давай спать. Спокойной ночи. Всем доброе утро. У нас тренировка сегодня обедом, и я вышла прогуляться. Одни белые тачки.
здравствуйте. Сегодня в эфире художественная гимнастика. Сейчас я покажу, как это делается. Расставляем бутылки. У нас есть 3 уровня сложности. Берем ленточку и махаем в бутылку. Выходим. А у нас есть утюг? Зачем? Ленту погладить. Все, у-ху! Миссия комплит. Congratulations. И first place in Korea. В Минске так вообще надо 50 тут. А мы уже чешем тренировку. Бедная птица. Полны энергии. Выспались сегодня. Целый день спала. А пробование прошло не сильно плохо. Единственный минус, это что какие-то действительно очень яркие лампочки на потолке, очень тяжело. Поэтому пожелайте нам удачи. Всем привет, вы на канале Харносик ТВ. Сегодня Алина выступила хорошо, заняла 5-е место. Ай, больно. Как бы это плохо. Ну да, это плохо. Спасибо, Саша. Она дурочка, но она исправится, завтра все будет хорошо. Расскажи, как ты выступила. Ужасно. А ты? Могло быть еще хуже. Вот это было хуже. А как ты выступил, Слава? Я хорошо. Я всех выиграл. Олимпийский чемпион. Это 3 пятеры для меня. Что ты покажешь завтра? Завтра я покажу свою лучшую программу с главой. Ты стоишь или сжимаешь? Что ты сегодня купила в магазине? Ничего. Страшно? Ну, Китай, я просто не знаю, как ты докинешь, в эту попадешь или в ту. Блин. Алина, давай еще раз, если я споймаю, то хорошо выступлю. Так что ты купила? Что я купила? Я купил 2 пакета сладостей. Нет, я так не делала. Как ты его назовешь? Банана пилоу. Шикарно, шикарно. Я считаю, что это заслужит аплодисмента. А где картина, которая висела недавно? Все, Саня приедет, картина? Саня блогером тоже. Я не видела. Давай. Смотри. Будет прикольно, если бы у тебя набралось все, ты пообещала бы подписчикам. Например, вот сколько ты дала бы лайков, чтобы порвать этого... Нисколько. Ни за какие лайки? Ни за какие лайки. В смысле? А за миллион лайки это всего лишь какие-то собаки. Ладно, за подписчики. Подписчиков у меня 2000. За миллион подписчиков. Ради 3000 я не порву. Это прелесть. А ради... В самом деле я сплю в таком количестве игрушек, что мне места на кровати мало. Здесь больно очень. Скажи, как ты сегодня меня испугала? Ой, короче, я ночью не проснулась. Не проснулась, это было страшно. А, да, я еще не проснулась. Я луначила и немножко проснулась. Но я не проснулась! И, в общем, я сказала Саше, что я убью ее. Можно снять свое выражение лица. И свои эмоции в тот момент. Подожди, я скажу, как это было. Эту радость или нет? Это было так. Лови! Я смотрю фильм. Я смотрю фильм. И тут такое... Я убью тебя. И не моргаю. И типа упала. Ну я не знаю, я ведь не помню. А потом ты просто лежала и... Идёт.
дергала. Мне соревнования снились. Что с тобой произошло? Алин, сорян. Мне кажется, мне больше места пути. Я застряла! Задвигаемые, задвигаемые. Чудо. О, вот так ты спать и будешь, чтобы меня в следующий раз не пугать. Да, блин. Я тебе помогу. И такой, и под кровати будет. Я убью тебя. Темно сделать. Я завтра. Темно делать, стоп так. Когда ты дауна, не знаешь, как выключить свет, да? И такой, у меня родилась гениальная идея. Надо их просто закрыть. Это шикарно, Макс. Ты видел, что я упала? Я так остаюсь, снимаю. Вас снимаю, нога едет, я вниз. Очередное бодрое утро. Просто капец. Второй день соревнований. Надеюсь, будет лучше, чем первый. Мы закончили! Знаете что? Единственный минус – это очень-очень слепит лампочки. Все теряют. Юлечка Олеговночка сидит, судит. Скажешь что-нибудь? А что ты такая потная? Спотнула, а? Я просто потнючка дикая, потею очень. Вот. Что могу сказать? Свет, конечно... От души. Свет, конечно, оставляет желать лучшего. Я чувствую себя совой. Я потеряла. Фотки, просто... знаете, если бы фотки, если много фотографов было, фотки бы наши были просто. Знаешь, как... Слава богу, поймала. Ты хоть зажигала там? Ну, я зажигала, да, но так, я все спасала, конечно, но сделала хорошо. Вот, ленту тоже, конечно, там просто не видно, это просто капец, потому что там она улетает. Не готов, ладно, да. Давайте я станцую дорожку. Давайте, давай, давай. Я петь не буду, прости. Она споет еще, да? Что за денежки? Надеюсь, после этого всего покажут клип БТС на этом экране. Это камеры? Привет. А сейчас мы уже таки помылись и идем гулять. По ночам. Это я уже понимаю с каждой поездки. Точно. Через 24 часа. Собственно, что я хотела сказать? Мы же в аэропорту. Вот. Давайте ставить лайки, подписываться на мой канал, а ровно через 3 самолета мы уже будем дома. Всем пока-пока.